Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Зинаида Голубева. Я художник-преподаватель онлайн-школы «Русская роспись». У меня сегодня для вас приготовлена минутка вдохновения, где я вам покажу очень необычную технику тампоновки. Я буду рисовать при помощи поролоновой губки. И посвящена эта тема декоративному пейзажу. Но для тех, кто не знает, могу сказать, что декоративный пейзаж отличается от изобразительного творчества тем, что он выдуман, он продуман в голове, он подается в различных техниках. Этот сюжет можно применить как самостоятельное произведение, как открытку или декоративное панно. Друзья, у меня есть такой курс декоративной открытки, который посвящен жанру иллюстрации. Называется «Открытка зимы». И сейчас я набираю новую группу. После этого курса вы сможете создать серию необыкновенных зимних картин, которые можете напечатать и сделать уже в типографии свои открытки. Подробности вас ждут в описании к этому видео. Техника декоративного пейзажа, которую сейчас я вам продемонстрирую, подходит для любого уровня. И даже начинающий может легко справиться с этой техникой. Дорогие друзья, это не урок, это просто демонстрация. Я буду рисовать без эскиза карандашом. Но это не означает, что я его не создаю. Он у меня полностью проработан в голове. И эту картину, которая у меня проработана в голове, я буду вам сейчас показывать. А ученикам на курсах я даю очень подробный рассказ, как готовиться к эскизу надо, какие здесь есть приемы, какие здесь есть законы и как справиться с композицией листа. Я приготовила золотую акриловую красочку, белую акриловую красочку, вот две поролоновые губки, кисточка. Вместо черного цвета я возьму темный фиолетовый цвет. Первый снежок лег у нас на наши деревца, на наши поля. Именно это я и хотела изобразить минутки вдохновения. Здесь первый снежок изображаю. Итак, моя работа готова. Поверьте, это несложно, и вы можете сами это повторить. Я верю в том, что у вас очень эффектно получится ваша картина. Если вы хотите получить подробный урок, на котором я расскажу, как рисовать декоративный пейзаж, вы сможете это сделать по ссылке в описании к этому видео. Переходите по ссылке. Благодарю за внимание. С вами была Зинаида Голубева.